Я вам сейчас опять же таки выкладываю зеленую краску, и что мы делаем? Немножко другую работу. Мы будем ставить отпечатки в разную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А потом посередине нарисуем ствол елки. Угу. Да? Давай. Ну что, поехали. Давайте я краску выложу. Так. Давай. Вот так. Какие красивые ручки у наших деток. Давайте вот их красные. Снимай. А теперь смотри ниже. Какая? Три. Молодец. Давай другой ручку. Ушки, да? Так, размазывай. Отлично. Отлично. И еще последний. Вот так. И вот сюда. Вот так. Отлично. Девочки, а теперь идем мыть руки. Ваши нарисуем ствол. Но пока что мы опять продолжаем раскрашивать нашу елочку и ставить на ней разные, рисовать на ней разные игрушки. Очень красиво, очень хорошо. Давайте желтую, как будто у нас звезда. Звезда будет на елке, да? Давай я намажу вам ручку желтенькую. Сделаем с тобой звезду. Да? Вот так. Отлично. Убирай. Отлично. Вот смотрите. Что мы делаем? Мы берем коричневую краску и дорисовываем нашу елочку, дорисовываем ствол. Смотри.